О! Как правильно держать? Так или так? Привет. Да, привет. Слушайте, а как лучше держать? Это вопрос такой телефон. Во, наверное, вот так. Слышно, да хоть хорошо? Да, наверное, хорошо. Да, друзья, привет. Добрый день. Я даже могу так читать. Как здоровье, спасибо. Сегодня первый день тренируюсь. Не знаю, неожиданно, непривычно. Новое впечатление, новое ощущение. Алтай, привет. Какой вес? 10. Сегодня сделал две фотографии для начала, чтобы отслеживать свой прогресс. Пока выкладывать туда не буду. Вот, но, в общем-то, не так все плохо для начала. Как там второе место Водянова? Да трудно сказать. Вы имеете в виду в абсолютке, да? Или в категории он занял, в категории. Я, честно говоря, даже не отслеживал. Да, настоящий кабинет на балконе, да, привет с Украины. Вон он, видите, какой у меня кабинет. Вот такой вот, такой вот. Люблю я свой балкон. HGH для снижения жира не пробовал никогда. А это 176-191. Было, один раз пробовал, у меня оказался, видимо, левый, потому что я ничего не понял от него. Что думаю о периодическом голодании? Думаю, что стоит попробовать, учитывая то, что у меня иногда бывает такие периоды, когда я просто периодически голодаю из-за перелета, переезда. Только можно держать мышцы без тренировок в правильном питании. Недели две ничего не будет. И даже 3 недели, в принципе, только тонус снизится, а так, в общем, ничего страшного не произойдет. Было привет. Да, привет, Узуфы. Как понимаете, креатин, дозировки продолжительность 5 грамм в день тренировки, 10 грамм, 5 грамм в день отдыха, 10 грамм в день тренировок. Порядка 4 недель принимаю, 5, потом отдыхаю. Ваше мнение об ЭКО? Когда-то было хорошее, она работала, а теперь мне нельзя ее. Разжигатель посоветую, не знаю, в марку, ну, слушайте, их очень много, не знаю. Салам, привет из того, привет из Израиля, да, привет, привет, земляки. Может ли жиросжигатель сжечь мышцы на 10 граммах углей и высокой интенсивности? Жиросжигатель нет. А вы в такой низкой калорийности по углеводам сожгете наверняка точно. Вместе с жиротопом на голодный желудок омега-3. Лучше омега-3 принимать все-таки после приема какой-нибудь пищи, желательно жирной. Ну, содержащей в себе жиры, потому что омега-3 все-таки жирные кислоты. Тренироваться начал, да, сегодня первый день. Бицуху не буду показывать. 10 грамм креатина за раз, да. Нет, 5 грамм с утра и 5 грамм сразу после тренировки я принимаю. Обычный креатин-мангидрат. И сейчас, честно говоря, большую того, что не рассыпался вот на вот этих 2 месяцах после болезни, думаю, что это как раз креатин и правильное как раз питание. Чем лучше питаться на завтрак? Ну, наверное, углеводы. Так, сейчас мы одного забаним. Ай, где же ты? Во. Может ли фармов спровоцировать рак? Не знаю. Думаю, что в теории можно. Сколько за раз можно аминокислот? Я не видел аминокислот в том формате, в котором вы говорите, что значит аминокислоты. Нет, круговые тренировки не будут. У меня сразу начал сплитом. Сегодня уже делал спину. На улице же 27 градусов. На сушке стал сильно искать пить больше воды, потому что водичку придерживает организм. Шреддер натурал, не знаю. Аритмия, да, прошла, мне сделали стимуляцию. Нет, на Кубке Титанов не было, работы было очень много. У нас тоже был праздник, день клуба, поэтому. Бета-аланин можно мешать генином перед трением. Абсолютно спокойно. Креатин с сахаром, не нужно его пить с сахаром, он и так транспортируется. С чем угодно пейте, не нужно. Да, спасибо, буду здорово. Непереносимость лактозы, пить протеин, смотря какой. Во многих протеинах являются практически безлактозными, и там уже есть ферменты. Сколько сейчас углеводов в день? Где-то грамм меньше 200, грамм 150. Сейчас начинаю форму восстанавливать, поэтому буду... Что скажу про метан для новичка? Ничего не скажу. И говорить не буду. Лучший заряд – Gold Standard, V100. Всю жизнь остается. Жопа с пищеварением, это может быть из-за творога. Не думаю, что из-за творога, думаю, что есть другие причины. Как готовишь сочную куриную грудку? Я не ем в последнее время куриную грудку, вот как-то с индейкой все больше. А вообще жена в листах готовит. Аминокислоты БЦ усваиваются все за раз. Да, только смотря в каком количестве. Лучше сывороточный рин. Я уже говорил, Whey Gold Standard, то лучше не бывает. Он, по-моему, лет 10 уже является лучшим.
Можно ли улучшить качество формы, не используя сушку? Ну, можно. Я просто слово сушка не понимаю. Творог да или нет на ночь? Я нет. Ну, каждый для себя выбирает. Трибус работает или пустышка? Мой коллега писал статью, из которой я верю ему, что он работоспособен или крайне преувеличена его работоспособность. Почему лучше жирное, чем не есть после тренировок? А зачем нам пища? После тренировки нужны белки и углеводы, если вы восполняете пасы. Тренировки по одной мышечной группе в день сейчас, да. Жидкие яичные белки употребляете? Бутилирован? Нет, не употребляю. Отстоять грудь можно ли тренировать 2 раза в неделю? Можно. Можно тренировать, только в разных диапазонах повторения тренируйте, потому что в противном случае вы не восстановитесь. Дельта отдельным днем, да. Существует углеводное окно. Мое представление, ну как оно существует, усвоение углеводов усиливается, вопрос, нужно ли его использовать, это уже другой вопрос. С утра сразу углеводы или перед протеиновым питьем? Я вначале протеин пью. В зале свободнее стало вообще, можно вообще вдвоем, втроем заниматься. Как поднять силовые жим, любую программу по жиму взять у лифтеров и не искажая ее использовать. За 3 месяца 20 килограмм можно ли скинуть, не знаю. Здравствуйте, сегодня по-моему спина-плечи. Вопрос это или ответ? Не знаю. У вас есть читмил? Нет, нету. Теперь не будет еще больше, еще больше не будет его, поэтому томили на ответ. Существует ли гиперплазия? Ну, я считаю, что нет. Как относится к амилопектину во время тренировки? Я обязательно. У меня хватает энергии для того, чтобы тренироваться, а сахара вот эти очень быстро работающие мне не нужны. Трибулус, не знаю, думаю, что нет. За едой проблема, что делать? Слушайте, найдите другую какую-нибудь альтернативу, идею. Ну, Стас служил в армии? Нет, я в институте учился, военной кафедры у меня была. Ешь овощи, книгу прочитать? Не знаю. Грудь на многоповторке? Ну, если вы под многоповторкой подразумеваете статодинамику, то аргинин, струлин, таурин, карнитин и БЦА вместе принимать. Но посчитайте, чтобы каждой аминокислоты было не более 5 грамм, тогда можно. На каком этаже живу? На 12-м. Хорошо, все мышцы памятятся, а ноги нет. Может ли быть такое? Ну, а почему нет? Сделайте чуть меньше амплитуду. L-триптофан эффективная штука. Не пробовал никогда. Вода с медом во время тренировки зачем? Не знаю, что такое статодинамика. Ну, почитайте, забейте в интернете, это несложно. Там написано. Общий калораж или определенное количество углей в день, что важнее. Да ну, по сути, общий калораж. Но мой опыт показывает, что все-таки углеводы являются все-таки как раз движущей силой с точки зрения образования жиров. Поэтому есть смысл, есть БЦА, есть только на тренировке. Утром, днем, ночью не этого делать. Суперсеты на обычную массу подойдут, мышцы антагонисты подойдут, почему нет? Только объем тренировок не очень большой. Креатин принимать только со сладким нет. Это уже история 20-летней давности, не надо. Представляете, вы говорите, триптофан одна из важнейших аминокислот у Зейн восстановления. Ну, слушайте, прошло, наверное, лет 50 с тех пор, как Зейн давал свои советы, да, то есть поэтому. Читмил вообще нужен или от него только бред? Нужен, если у вас действительно обмен веществ замедляется. Утром не надо пить БЦА? Нет, не надо. Не нужно пить утром БЦА, абсолютно ни к чему. Мощное упражнение для средних дельт. Жимы сидя вверх, смит из-за головы и гантелями. Лучше не надо. Лучше упражнение на руки, да какая разница? Рука сгибает, если мы говорим о бицепсе, она сгибает руку в локте. Трицепс разгибает все упражнения, в общем. Да, считаю фронтальный присед эффективным, особенно если задница огромная и хотите перенести нагрузку на 4 главы. Тренировка на плечи, маленький вес, ощущение прогрессии нагрузок не нужна. Какими добавками пользоваться во время тренировки? Креатин, БЦА, что посоветуете? Немножко жирный. Ну, в вашем случае, не знаю, то есть я думаю, что вы должны L-карнитин перед кардио обязательно использовать, какой-нибудь комплексный жиросжигатель. Ну, обязательно протеин. Что там с Харьковом, не знаю, сейчас узнаем. Сейчас на сайт съезжу, выясню, когда у нас Харьков. Глютамин, если натурал. Но даже если не натурал, глютамин достаточно приличная добавка. Пресс статодинамики. Что пресс статодинамики? Я пресс качаю статодинамики, да. Я все качаю статодинамики. Мне другой тренинг неизвестно. Таратов 4-5. 4-го Энгельс, 5-го Таратов.
Можно качаться без формы, можно. Ждем вас в Харькове, и я тоже надеюсь, что придет, получится. Креатин перед или после тренировки не суть, потому что креатин накапливает моя добавка, поэтому по большому счету не важно. В Баку когда? Не знаю, друзья, не знаю. Надеюсь, что вообще удастся быть. Очень отзывчивые бедра. Ну так слушайте, вам повезло, постарайтесь. Думаю, что тот сегмент, да, если мы говорим о четырехглавой или там вообще как в целом, ну, меньше уделяйте внимания. Наверняка где-то есть слабые места помимо бедер, наверняка есть смысл сделать специализацию на другие мышечные группы. Семейная жизнь мешает качу? Нет, не мешает. Кач мешает семейной жизни, поэтому не расстраивай своих любимых. Это, в общем, вы там, не знаю, все это проходит, а семья-то, в общем, гораздо важнее. Вы можете прекратить заниматься, заболеть. Как согнать жир с боков? Никак. С боков, там, с какого-то отдельного части тела практически нереально. Можно ли заниматься без спортфита? Можно. В Ростов-на-Дону? Не знаю, еще не видел расписание семинаров. Надолго креатин задержит воду? Нет, недолго. Спина, плечи, что посоветуете, в каком режиме работать? Не знаю, какой у вас план сегодня тренировок на спину, плечи. Если у вас высокоповторный, высокоповторный, есть силовой, силовой. Если классический, то классический. Смотрим вас с другом, тренируюсь в турниках. Привет, здорово. Нет, стевию не ем, фитпарат не ем. Вообще от сахарозаменителей практически отказался, и болезненно это произошло. Так что не вижу смысла. Велосипед жгет мышцы? Нет, не жгет. Мама, ты что там, на заднем плане ходишь? Ну, потом вы... Мне нужно сушилку. Приезжайте в Белгород. Не получилось у меня в Белгород приехать, перекос грифа при режиме лежа, что делать? Ну, найдите причину, почему. Используйте сейчас гормон роста, нет, не используйте. 200 грамм овсянки усваивается за раз, а почему нет? В чем проблема? Если у вас нормальный ЖКТ, пускай усваивается хоть 200, хоть 300. Помните, кто там, не знаю, там какой-то Денис Семихин разбирал различные диеты спортсменов, там вообще фантастические цифры. Сколько грамм белка на тело для спортсмена на подготовке? Я считаю, все равно больше 2-2,5 уже не нужно. Только 2,5 на диете. Скажите, пожалуйста, про метронат. А что про него сказать? Про него, по-моему, все сказано. Я его использую, особенно когда интенсивные нагрузки. Просто сейчас у меня лекарство, которое я пью, конфликтует с мелдронатом, поэтому нельзя. Тренируюсь статодинамики. Мельдони стоит принимать? Ну, мне нравится в инъекционной форме, в таблетированной не принимал. Пигментация от чего зависит, не знаю, надо врачей знавать. Как лучше пить креатин под 4-5 недель курса? Нужно ли учитывать, пропустил работу тренера? Тяжелая? Нет, я уже гораздо меньше работаю тренером, поэтому мне не тяжело. Как отношусь к гомеопатии? Если говорить о лекарственной гомеопатии, дочку неоднократно лечил и очень здорово. А жмете Смита 100, а свободным весом 70-100, ну как это исправить? Ну, начать проходить специализацию. Нужно ли учитывать БЦА, глютамин? Нет, не нужно, они не имеют калорий. Как вы относитесь к новой номинации классик физик? Отношусь хорошо. Сейчас ты про секс не успел читать, тренировки так. У меня зрение плохое, поэтому я вот так буду читать. Сколько вешу сейчас? 10 для начала. Да, я и сейчас говорю, что заниматься лучше цикл, но мне это уже недоступно, поэтому я занимаюсь только в статодинамике. Две тренировки в неделю нормально? Ну, нормально, но хотя три, наверное, было поинтереснее. Как здоровье? Спасибо, уже лучше, сердце стучит ровно, поэтому... Дозировки мельдони не помню, вот честно, если вы думаете, что я там вспоминаю, я открываю интернет и смотрю, какие рекомендации есть. Я вообще считаю, что нужно руководствоваться исключительно рекомендациями, которые выдает производитель. Сколько раз в неделю тренируетесь? Вот сегодня первый раз тренировался, буду раз 5, наверное, тренироваться. Какой период цикла лучше? Каждый период цикла определяет, какие-то задачи решает. Сколько длится период гиперкомпенсации? Не знаю, по-разному. Кто-то уже через неделю ему растеряет, а кто-то в течение месяца носит, ходит, очень хорошо себя чувствует. Как пить креатин в тренировочные дни, как в дни отдыха. В дни отдыха 5 грамм с утра, в дни тренировки 5 грамм с утра и 5 грамм после тренировки. Да, спасибо, выздоравливаю, больше не болею. На Леврона поедете смотреть? Ну, вообще, на Альпе собираемся ехать, если получится. Если он там будет, то хорошо. Эль-карнитин, он не может не работать, он транспортирует жирные кислоты.
Креатин портится, он портится, если разбавлен в воде, так, ничего страшного, читайте дату реализации. В тренажере жму 20, 120, на скамье 70, ну и что, и какая связь-то, ну прекрасно, жмете, жмете, что вас смущает, я тоже в разных тренажерах по-разному жму. Так, приемы пищи на подготовке 200-250 грамм, каждые 3 часа, ну прекрасно, растяжка когда лучше, либо после тренировки, либо по упражнению, но не после подхода, это уж точно. Читал интересную статью, не помню где, но вот там достаточно подробно этот вопрос исследовался, поэтому кетоновой диете, даже пробовал ее до болезни, умудрился немножко попробовать, мне понравилось. Что сделать лучше, 50 килограмм на бицепс читингом или 30-35, нормально чувствуется. Я не знаю, в каком режиме вы тренируетесь. Если вы тренируете в силовом режиме на 6-8 повторений, сделайте читинг. Если на 12-12, там уменьшите вес. От боли поясницы, не знаю, выяснить, от чего боль. Вы же сходите сделать томографию поясничного отдела. Гибкой диете, ну, некоторым она подходит. Реально подходит, люди с хорошим обменом веществ на этой гибкой диете. Сколько стоит консультация по телефону? Я по телефону не консультирую. Чем можно себя занять, если идет заедание там, на фоне каких-то этих самых? Не знаю. Да, по скайпу я консультирую иногда. Топ 3 добавок спортпит. Омега-3, протеин и комплексные витамины. Можно делать становую тягу с гантелями. И думаю, что это не очень хорошая идея. Какая цена? Извините, не готов озвучивать. Тренировка в футболе до общего набора, набора массы или сплит? Все-таки сплит для общего набора. Бросили ли вы курить? Я не курил. То есть я мог себе позволить на диете выкурить сигареты. Теперь я не могу вообще позволить после операции. У меня ограничения вообще на все. Болят колени при пути, что делать? Выяснить, от чего не болят. Как лучше с вами связаться? БЦА не в топе 3. Списаться ВКонтакте, написать мне. Кальян курите? Мне запретили кальян курить. Динамика всего работает, растет масса, да, работает. Какого вы бы тренера посоветовали с фреша? Я, либо моя жена, но к нам попасть не затруднительно. Общий вес двух гантелей 60 килограмм. Что за вас? Как отношусь к творогу на ночь? Отрицательно. Если вы на сушке, если не на сушке, ешьте хоть ночью творог, ради бога, прекрасный продукт. Но если вы на реальной диете... Ой, камера здесь, надо вот так. О, это у меня показывает клан. Тренеры хорошие в спортлайфе. Ну, слушайте, Борис Борисович брал там звезд, спортивных звезд, да, но насколько они хороши, мне трудно сказать. БЦА для восстановления и комплексные амины. Но БЦА это не для восстановления, БЦА как раз они энергетику мышц поддерживают. Статика только на силу, насколько я могу себе представить, да, 400 грамм творога усваиваются. Думаю, да. Звали работать, по-моему, во все клубы города Санкт-Петербурга, и я отказываюсь. Кардио по утрам, бег, вечером силовая. Да, хороший, верный путь, согласен с вами. Как заставить родителей пойти в зал? Ну, подарить абонемент и сказать, что вы уже... звук ухудшился. Наверное, у меня это самое. Наверное, я рукой закрыл. После того, лучше пить протеин или БЦА, протеин. Можно на рынках набирать? Ну, можно, только вы будете брать... Соответственно, сейчас, что ж такое-то, а? О, еще хуже звук, вот, сейчас должно быть нормально. Слушайте, я настолько в этом отношении плохо разбираюсь в этих гаджетах, что я могу что-нибудь не то нажать, как убрать жир с низа живота. Ну, в последнюю очередь уйдет, не переживайте. Делать приседания врачи запретили. Что делать? Травма тазобедренного сустава. Ну, а какие у вас варианты? Если жим, разрешено делать жим, если нет, сгибание, разгибание ног. Ну, вы же не ждете какого-то сильного упражнения, их не придумали. Можно кубки поближе посмотреть. Ну, здесь кубки самые обычные. Те, которые такие значимые, они на работе стоят в клубе. Как тренироваться при сколиозе? Ну, слушайте, соблюдением тех рекомендаций, которые вам дал врач, это абсолютно точно. Не надо ничего думать, вот, и становлюсь сильнее, лечить вас не растет. Ну, значит, количество калорий, количество, видимо, пищи недостаточно. Мой вес 140, как похудеть на 30 килограмм. Диета, кардио. Ко мне сегодня приезжал клиент, который весил 190, а теперь весит 130 за 7 месяцев. Поэтому ничего страшного, у вас все впереди.
худеете еще. Другой вопрос, то что убирать за месяц соревнований протеин. Творог я вообще на диете не ем, а протеин не убираю до последнего. Можно ли идти на голодный желудок и вначале сывороточное выпить? Можно. Начинает каждую тренировку с гиперэкстензии, да, и пресс нормально. После отдыха 5 недель начинается круговой плит. Посмотри, какой у вас стаж тренировок, если уж совсем большой, если вы так вот себя хорошо чувствуете, можете сразу со сплита начать. Эллипсоид для кардио подойдет. Какая разница? Конечно, подойдет. Любой кардиоснаряд и работает. Сколько грамм жирного веса тела? 0,7-1 грамм. Астрахань, привет. Откуда кальций получают? Ну, посмотрите, огромное количество там продуктов, которые содержат в себе кальций. Так, что-то, надо же одного. Бокс влияет на... Хочу качаться, и бокс не забрасывает. Да нет, ну, вспомните, как видели, сколько огромных атлетичных боксеров есть. Ну, как-то же они совмещают просто... Таблица килокалорий, сложные углеводы, рассчитывать сухой виде, конечно. Видите, как оценить, как качать очень длинные ноги. Рост 197, у меня тоже очень длинные ноги, хотя рост 83. Да никак, приседать, только не надо с ума сходить, пытаться приседать при таком росте, потому что себе угробите и спину, и колени. Жимы ногами, как приседы. Есть специальные спортивные продукты, снижающие тизол. HMB, не знаю, насколько она работоспособна, но да. Как отношусь к загрузке сладким перед соревнованием? Хорошо. Неплохо отношусь, я тоже грузился, но буквально последний час. С Ишанькиным общаетесь? Да, общаемся. Не могу сказать, что это какая-то там, ну, при встрече, и когда я часто в гости к ним заезжаю, когда в Москве бываю. Но теперь они в Екатеринбурге, поэтому буду в Екатеринбург заезжать и в гости заходить. Кардио 5 минут перед тренировкой, после 15-20 нормально. Ну вот этот протокол, кстати, 5 минут перед тренировкой, Лайл Макдональд, у него в его протоколе есть. В этом есть логика. Знаю человека, на массу ел банку сгущенки 3 литра молока. Ну прекрасно, если у него обмен веществ позволяет при таком количестве калорий набирать не просто жир, а сухую мышечную массу. Или вообще, как минимум не заплывать. Ему очень повезло. У меня, к сожалению, такой возможности нету. Вода не лезет под кожу после загрузки сладким или сладкой. Нет, там надо посмотреть, что значит вода не лезет. Вода может залить куда угодно, смотря сливались вы или не сливались. Мочегон пили или не пили, что с солью. Сколько есть в день таблеток рыбий жира? 1 мега, 0,3 капсула, 0,3 грамма. Да, это хороший рыбий жир у вас. Поэтому где-то по порядка 1 грамма совокупно ешьте. Это такая минимальная доза и до 3 грамм. Кого смотрите на ютубе? Да всех смотрю, когда выходит, особенно там, где я есть. Как влияет количество повторений, если главный аспект – время под нагрузкой? Да просто количество повторений – это эквивалент времени под нагрузкой. Кто-то засекает секунды, а кто засекает количество повторений. Пресс не делаем, только кардио. Работаем на снижение общежировой прослойки в область живота. Пресс не делаем, делаем кардио. Ну, вы можете и пресс делать, а почему бы нет, что-то такого. Бани после тренировки. Раньше относился нормально, теперь мне нельзя. Как набрать, как Шмаков? Я не знаю, кто это. По крайней мере, отличное видео, стирает на мышцы РФ. Спасибо, но там много спортсменов участвовало. Как ваше здоровье, как обстоят дела с сердцем? С пороком сердца все так же, никуда он не делся. А с аритмией делали процедуру в Москве. Поэтому все хорошо, сердце бьется ровно. Есть смысл упражнения с собственным весом? Есть. Особенно Трейкси. Да, кстати, не видел интервью с Борей. Я знаю, что на жирном рейтинге, по-моему, Вася сделал с Борей видео. Но я не смотрел. Я был в Тае и где-то еще мы были. А там YouTube же закрыт. Влияет креатин на кофеин? Наоборот, вы имели в виду кофеин на креатин. В больших количествах действительно есть такая версия, что он снижает... его эффективность. Ну, не надо запивать там крепким кофе, а так ничего страшного. Кофеин роняет тестостерон, много всяких исследований есть на тему, да, и тестостерон, и на инсулин влияет. Не знаю, я думаю, что это не нужно учитывать и воспринимать это всерьез. Влияет он не настолько это значимо. Не думаю, что если вы сдадите анализ уровня тестостерона на следующий день, у вас тестостерон упадет? Конечно, нет. Грудные растут больше от жима гантели? Ну, в те жим гантели, конечно же, более
амплитуда движения и с точки зрения общего там тонуса, конечно, должен быть больше прирост. Но не факт, не факт. Я считаю, что два упражнения могут быть. Креатин дозировка 5-10 грамм, 5 в день отдыха, 10 в день тренировки. Прогулка с утра на пустой желудок как кардио. А в чем это не кардио? Если вы особенно идете еще быстрым шагом, это кардио, отличный вариант. Ходите. Прыгалка на грудь, сколько тренировок достаточно? Одной тренировки в неделю.